Хорошая мамка. Всем привет! Вы на рыбалке с Демидой. Сегодня вот приехали на новую реку. Щука здесь есть. Реку нам вон Андрюха этот показал. Сегодня он вован там что-то зацепил. Там дальше выше по течению Славик куда-то ушел. Ну вот четвером на этой речке. И пробуем щуку. Одну уже взял. Я Андрюха одну взял тоже. Время есть, будем сегодня пробовать. Казалось бы, речка не такая перспективная, но рыба тут есть. Поэтому, что будет дальше, вы все увидите. Ну, видимо, речка не глубокая. Андрюха говорит, что где-то метр глубина. Надо вот подобрать цвет, на какой будет клевать. И чтобы не цепляло дно. Вот Андрюха и вторую поймал уже. Четверочка. Хорошая мамка. Взвешивать будешь ее? У меня есть мешок этот. Вот и не понадобилось. Тихо, тихо, тихо. Относи ее. Все равно отпустим ее, что она дергается. Сачок лучше, ну ладно, можешь так кидать. Пошла ракета. Спасибо, бросай, ей. Бросай. Давай, клюйте еще. Руку достала, что ли? Щупачек. Щупачек. Прям, блядь, вытаскивал уже блесну из воды, она ее хоп только. Да. Руку не стоит ломать, спиннинг надо ломать. Да, да. Ах, красавица, красавица. Ну вот, это хорошенькая. А что, это битая, смотри, такая поеденная. В боях выступал. Кусяки, да? ММА мастер. Там было вот, у меня кореш поймал на той, на другой речке. Сколько он взял? Там что-то 6300 было. Нормально. Она была побита. Ну это может еще когда молодая была. Ну может быть, да. На шестерку там он только. Шрамы есть. После тусовок. Как не бесит. Сачок. Я тебя говорю. Да, полтора. Привет. Целоваться не будем. Боевая щучка. Да, он весь погрызен. Бахнули нормально. Ушла.
А этот воблер я поставил, хотел проверить, как он играет. Вдоль камыша проводил. И щука снизу атаковала его, блин. Но не взяла. Пора уже поймать, не? Проблема, да. Да, солнышко вылазит. Ну вот тут сейчас будет. Шнурок. Да не! Шнурок. Заглотило, блин. Так. Все, спасибо. Ломанулось. Да, мелкая. Ну давай, срывайся. Только не дергайся, пожалуйста. Ну вот такая вот. Спасибо. Взял вот на такой воблер. Ладно, будем заканчивать рыбалку. Первый раз на этой речке были, но Андрюха здесь был. Он больше всех и поймал. А это у меня четвертая. Ай, красавец. Спасибо. Не стал оттаскивать, чтобы руки не пачкать.
Ну что, рыбалка, я говорю, хорошая. Речка рыбная. Может быть, как-нибудь сюда еще мы раз приедем. Ну ладно, всем спасибо и пока.